Привет, друзья! Сегодня я буду делать то, что делаю обычно каждый день. Правильно, буду захватывать планету Земля. Ну, играть я сегодня буду за пришельца в игре Destroy All Humans! Уничтожить всех людей! Это прекрасная демка, которую можно найти... на просторах интернета. Давайте сразу посмотрим ее, и каждый для себя сам определит, стоящая игра или нет. Игра на данный момент располагает одной миссией в компании и небольшой открытой свободной картой типа песочницы. Людишки планеты Земля, предупреждаем, мы доработали и улучшили подачу материала, но содержимое историческая правда первого фронтского вторжения от этого почти не поменялись. Слова, образы, аспекты из истории, траля-ля. Здравствуйте, друзья. Скажите, случалось ли вам любоваться ночным небом и спрашивать себя, а есть ли жизнь на других планетах? И что за удивительные создания обитают там? Наверняка они только и ждут с протянутой рукой дружбы, пока люди выберутся в космос. Какой это будет прекрасный день! День, когда мы наконец-то повстречаемся с нашими братьями по разуму. Уничтожить всех людей. Один гигантский шаг. 5. Полная боевая готовность, генерал. Ну давай, крошка, покажи класс. 3. Какого черта? 2. Это что еще такое? 1. Нет, стоп, остановить отсчет. И, похоже, ракета в тюхалась прямо, да, в летающую тарелку. Привет Розвеллу. Интригует, да? Графоний прям вот сочный, согласитесь. Приятный мультяшный графоний. Обожаю это. Смотрите, как все продумано, человечки. Анимация человечков шикарна просто. Кто это вылезает там? Это пришелец. Пришел ли он дружить или... Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Но что-то ему нехорошо. Вот такая вот завязка. Ну, я думаю, вы уже определились для себя, нравится игра вам или нет. Безмозглый кретин, зря я тебя туда послал. В чем дело, Покс? Видок у тебя, как это сказать по-наученному, приторможенный. Скажем так, я очень надеюсь, что в эволюционном смысле ты окажешься менее тупиковой ветвью, чем твой друг. Ничего не понял. Открыть тебе тайну? Слух об этом говорить не принято. Однако с каждым новым клонированием наши генетические матрицы из ДНК-хранилищ неумолимо деградируют. И это плохо? Только для тех, кто собирается жить вечно благодаря клонированию. Конечно, это плохо! Я отправил Крипто-136 на поиски планету, которую мы посещали в далекой древности. Планеты, где остался чистейший генный материал фуронов, но связь была утрачена. Давай по-простому. Ты послал меня, то есть его Крипто-136, на враждебную планету, и он пропал? А если он в плену? А если его там прямо сейчас пытают? Ну, я бы так не думал. Ну, да уж тебе, короче, Пок, слушай сюда. Ты у нас, конечно, голова, но иногда не тормозить надо, а тормошить. И сейчас как раз такой момент. Какой? Тот самый. Возможно, ты и прав, 137-й. Ясен пень, я прав. Смеешься, что ли? Крипто-спориди в лапах каких-то макак. Мы туда вломимся, а потом им всем вломим. Надо вытащить меня, его. То есть, ну, мы должны туда, в мозг. Алло, когда я смогу хоть что-то взорвать? Терпение, Крипто, терпение. Я с тобой согласен. Готовь корабль к отлету. Вот я и говорю, как же там эта жалкая планета называется, а? Как там? Наша цель...
Планета Земля. Шикарная затравка, просто шикарная. Итак, у нас, смотрите, значит, есть карта. Я так понимаю, что в полной версии здесь будут всякие разные задания появляться. Есть вот такая вот лаборатория Покса. Здесь мы сможем улучшать способности как нашего инопланетянина, так и нашей летающей тарелки. Посмотрите, сколько тут разных всяких возможностей. Гравитационные лучи, лучи смерти, защитные поля и всякая такая хрень. В архивах тоже тут что-то можно будет почитать, на самом деле. То есть есть интересный контент. Смотрите, здесь можно будет выбирать разных пришельцев. Вот мы будем сейчас играть за вот эту прелесть. Ну, давайте больше не будем тянуть, сразу погнали. Здесь нам нужно будет выполнить кучу каких-то всяких квестов. И давайте просто пройдем эту миссию. Сейчас я захвачу эту планету. Цель — планета Земля. Берегитесь воздушных мин, они быстро приближаются и наносят большой урон при столкновении. Сразу по картинке видно, что игра будет явно веселая. Коровки, глупенькие пришельцы, летающие тарелки с лучами смерти. Я думаю, что это будет точно весело. Голубая луна. Кинотеатр под открытым небом. Итак, выбирается место для посадки. И тут коровка. Ничего себе. Коровка охренела. Коровка такая: какого му? Боже, какая графика. Какой кайф на это смотреть, ребят. Все такое мультяшное. Обожаю. Итак, это я. Ну, выгляжу я сегодня не очень хорошо. Вот дерьмо. Автопокс вызывает криптоспироида 137. Крипто на связи. Как там вид из иллюминатора? Не стрёмно? Очень смешно. Я лучше буду смеяться с орбиты, пока ты там внизу. Омерзительная планетка. Крипто, слушай внимательно. Чтобы наше вторжение прошло гладко, прежде всего необходимо выделить доминантные биоформы на этой планете. Вон те молоконосные травояды кажутся мне вполне подходящими. Ты кого имеешь в виду? Этих раздутых, вонючих за оградой? Да, боюсь, что да. Да у них сиськи во все стороны. Криптоспоридий. Типа не спорь со мной. Ну ладно. Сейчас будем... доминантную форму жизни на планете. Крипто, а ну-ка проверь, нормально ли работает твой скафандр в земной атмосфере, да поживее. Так, нужно что сделать? Подвигаться. Подвигаться и покрутить камерой. Установите доминирующую фору жизни на планете. Проникните на коровье пастбище. Слушайте, ну графони, посмотрите. Это я еще играю далеко не на хай настроечках. Красота. С помощью сканирования мысли мы можем проникать в сознание низших существ. Улавливать жалкие недомысли в их жалких недомозгах. Так, прочитать мысли существа, нажать R. Ну-ка, просканируем мозги коровы. Му? Примитивно, но проникновенно. Давай-ка еще одну. Му? Что, снова му? Эти травожвачные молоконосы нас за идиотов держат. Они едят прямо ртами. Фу, ты меня сейчас вырвет наизнанку.
Внимание, обитатели Земли, эта планета теперь является частью Империи Фуронов. Ваши новые хозяева милостиво приветствуют вас. Мы намерены похитить тебя для научных исследований. Процедура будет весьма длительной и насильственной. Возражения? Обитатели Земля, я к тебе обращаюсь. Отвечай или готовься к распылению. Да плевать мне, сколько у тебя желудков. У меня на это нет времени. Чтоб ты знал, Крипто, мы, Фуроны, обладаем телекинезом. Нацелься на живой или неживой объект и подними его в небо. Так, перебейте коров телекинезом, около тут 6-7 штук, и утопите одну корову в озере. Так, телекинез правой кнопочкой. Так, ну-ка давай. Оба. Так. Вроде бы не засчитали, да, утопить корову в озеро. А этих коров мы будем просто подбрасывать. Вот так, да? Так, две есть. Ну, давайте тогда я быстренько сейчас всех коров перебросаю. Вроде бы это не сложно. Мерзкие твари. Так, ну чё, мне засчитали? И последняя корова, бах. Молодец, Крипто. О, Марта, а ты не говорила, что у нас на ужин будет жаркое? Эй, погодите-ка, это же не отбивные, это же ёшкин кот, Марта. Дай мне дробовик. Пора счислить разрядомёт. Поджарь этого фермера. Опа. Изи. Если от механизатора зерновых хоть что-то осталось, извлеки из него мозги. Ну-ка. Так. Можешь подобрать мозги и собрать фуронскую ДНК. Ну, допустим, я это сделал. Гарольд, иди глянь по ящику, что показывают. У них там лошадь говорящая. В жизни такого не видела. Привет. А, зеленые человечки из космоса. Я не зеленый. Блин, это угар просто. Пока у щитов есть энергия, они заряжают, защищают вас от урона. Вот так вот. Ну ладно, вроде как мне тут все понятно. Я примерно знаю механику. Мы должны высасывать мозги, чтобы восстанавливать... не мозги, точнее, а забирать ДНК, чтобы восстанавливать свою, свое защитное поле. Посмотрите, уже много фермеров пришло сюда. Мы можем начать сканировать мысли одного, а второго жарить. Так, и при этом мы можем быстренько еще забирать эти мозги. Так, жарить еще одного. Найс. О, пошло дело. Так, нужно мне убить агрессивных фермеров. Попутно творя абсолютную дичь какую-нибудь. Бросая лодки телекинезом. Так, а что это такое? Так. А мы одного поднимем, смотрите-ка. А из этого мы высосим мозги прям живьем. Вот так вот, прикиньте. Этого бросаем, а этого жарим. Так. Забрали мозг и зажарим второго. Пока тут летел, у нас есть времечко. Так, еще один здесь должен быть. Нет, мы всех, смотрите-ка, всех разбросали. И тут приезжают чуваки из проекта «Синяя книга». Может быть, кто-то из вас смотрел. Добрый вечер, мисс Турнапс. Нам позвонил Диксон, у него ферма по ту сторону шоссе. Говорит, от вас какой-то странный шум доносился. Зеленые человечки, они повсюду. И громадные лучевые пукалка, Крипто.
Твой космический корабль пытаются проникнуть гуманоидные силы правопорядка. Если эти недоумки доберутся до твоего квантового расщепителя, они могут прожечь дыру в пространстве временном континууме. Но мы не допустим, конечно же, этого. Так, где наша тарелка? Убить полицейских и убить фермерскую жену с помощью курицы. А, кстати говоря, у нас еще ранец теперь стал доступен. Мы можем немножко так вот взлетать. Но, наверное, не стоит очень высоко подлетать. Давайте для начала замочим полицейских, потом будем разбираться с курицей. Это какой-то отдельный квест, и, похоже, это будет сделать не очень просто. Полицейский зажарен изи. Мозг забрали. Где второй? Подбросили и зажарили. Шикарно. Так, давайте найдем для начала курицу. Вот тетка убегает, нам нужна курица. Это будет сделать, мне кажется, не очень просто, поскольку куриц здесь я просто не вижу. Давайте, я не знаю, получится у меня это или нет, но я попробую. Значит, наша задача найти курицу. Блин, как, а как это сделать? Я где-то видел здесь живую курицу. Блин, мне кажется, я сейчас провалю этот квест. Я уже и тетку потерял. Я уже не говорю про... О, курица! Ну-ка, значит, моя задача взять курицу. Дотащить ее до тетки и шибануть в нее, если я правильно понимаю. Вот она. Как это сделать так, чтобы она прям... Вот так. Убирайся отсюда. Так, а считается мертвой курицей, если я это сделаю мертвой курицей? Так, не считается. Нам нужна еще, значит, еще одна живая курица. Это уже не так просто, как я думал. Я думал, что я просто трупаком захерачу ее. Так. Куда она убежала? Эй. Тетя, вот тетя. Так, дождемся, пока она застопится. Что? Не работает? Это не сработало? Блин. Слушайте, задача усложняется. Все не так просто. Есть. И бонус еще получил. Классно. Доберитесь до места высадки. Да без Б. Главное, что тетку курицей завалили. Так, допустим. Залезьте под тарелку. Так, сделайте круг на тарелке крипта, освоите управление и открывайте огонь. Ну что ж, давайте немножко побезобразничаем. Применяйте лучи смерти для уничтожения жилищ. Слушайте, могу сказать, что управление тарелкой очень простое. Прям вот предельно простое. Наша задача сейчас раздолбить всю ферму нафиг, используя лучи смерти. Ха-ха-ха, шикарно. Круши, убивай. Так, еще пара домов требует разрушения. Лучи у нас не бесконечные, они расходуют энергию, которая видна в правом нижнем углу, посмотрите, но она быстро восстанавливается. Если я правильно понимаю, главное не довести до перегрева. Ага, подъехали вооруженные силы, тут уже сейчас дело посерьезнее будет. Быстрее, занять позиции, бегом, марш! За сенатором Маккарти мы в вагоне воду и по всей пройдемся карте, причиним свободу. Отлично! Военно-промышленный комплекс людишек пожаловал. Нельзя допустить, чтобы гуманоиды сообщили о нашем присутствии своему начальству. Уничтожить их! Немедленно! Открыть огонь! Ну, поскольку я в летающей тарелке, мне как бы пофиг. Начинаем просто всех уничтожать.
всех уничтожать. Уничтожать всех. Так, кстати говоря, я по-прежнему могу собирать ДНК с них, чтобы восстанавливать энергию корабля. Здесь точно такой же принцип. Точно так же все можно высасывать. Отлично, короче. Ничего вроде сложного. Так. Вот так вот. Не очень, это не очень просто, но вроде как у меня получается. Так, что, откуда еще? Подкрепление, что ли, приехало? Так. Вроде нормально. Че, где? Здесь кто-то, по-моему, да, есть еще? Надо эту машину уничтожить, нафиг. Она мне не нравится, полицейская. Танки приехали. Воу-воу-воу-воу-воу. Обнаглели совсем. Где-то тут человечек еще. Вот-вот-вот-вот-вот. Гуманоиды идут в атаку в последний раз. Сотри их в порошок. Да, без Б. Так, еще танк приехал. Так. Танк расхерачили. ДНК зелененькое собирать на самом деле очень нужно, потому что оно впоследствии нам потребуется для покупки каких-либо улучшений. Это я вам так по секрету говорю. Уничтожить всех! Exterminate! Exterminate! Так. Все. Что тут? Живое, не живое? Непонятно. Так, последний остался. Танчик. И я думаю, на этом все. Да. Это победа. Вот так вот крутая, высокоразвитая раса смогла уничтожить ферму с коровками. Нет, вот машинка из проекта «Синяя книга». Вот они. Я первый раз вас обманул. Те, кто смотрел сериал «Синяя книга», поймут, о чем я говорю. Слушай, ты тоже это видел? Ну так само собой. А что ты видел? Зеленый человек на летающей тарелке стер с лица земли элитное стрелковое подразделение армии США. Да, точно. Я тоже это видел. Зеленый? Не серый? Не придирайся, ты понимаешь, что это означает. Само собой, а что? Это означает, что НЛО Инфо в кои-то веки не соврал. Свяжитесь с фигурой, у нас ЧП. Хочешь сказать, яйцеголовые оказались правы? Не верю. Поверь, Розвелл, это были еще только цветочки. Вторжение уже началось. Вот такая вот игра, ребят. Задание на этом выполнено. Я думаю, что в процессе игры у нас будет очень-очень много интересных заданий. Карты будут довольно-таки большие. Это можно будет понять из следующего видоса, в котором я буду просто фаниться в песочнице, летая на тарелке и просто наводя абсолютно беспредел. Если вам понравилась игра и этот обзорчик, или, не знаю, летсплейчик, жмите лайкосик. И, собственно говоря, все. Всем спасибо, пока.